Комплексный центр социального обслуживания населения и Губкинская городская детская больница получили по новому специализированному автомобилю «Лада Ларгус». Помог их приобрести фонд поколения Андрея Скотча. Машины оснащены специальным пандусом для перевозки больных на каталке. Губкинская детская больница обслуживает 15 тысяч детей, причем не только в городе, но и в районе. А сейчас из-за пандемии еще и часть пациентов Старооскольского округа. В комплексный центр социального обслуживания населения только за прошлый год обратились 182 человека. Это в основном пожилые люди и инвалиды. Центр оказывает услуги по перевозке пациентов на процедуру гемодиализа в ежедневном режиме для 32 человек. Нам нужно возить пациентов, нам нужно ездить на вызова, нам нужно доставлять какие-то анализы на консультации куда-то. Поэтому, конечно, это замечательный, прекрасный, очень нужный, очень востребованный подарок, который мы, конечно, будем очень активно пользоваться. Основной вектор работы фонда поколения Андрея Скотча – помощь людям. Руководство постоянно держит руку на пульсе и следит за нуждами как жителей, так и различных учреждений области. Медицинским учреждением и подобным социальным учреждением уже фонд поколения приобрел более 165 автомобилей. Вот. И это не только укрепление материально-технической базы и не только улучшение качества обслуживания, качества оказания медицинской помощи. Это фактически спасенная чья-то жизнь.